Супрацоўніцтва с грамадскімі организациями, работа со зворотами громадян и захаванне законодавства по обороне социально-экономичных правоў працуючых. Сегодня у Гомеле прошло посяджэнне Президиума областного объединения профсоюзов. Загучаная информация, ознайомились наши корреспонденты. Первый раз погоднение об супрацоўніцтве помеж областным объединением профсоюзов, организацией ветерану и комитетом БРСМ заключили 4 года тому. Менавіта тады баки проанализовали свою деятельность и пришли до высновы, что многие мероприемства у планах организации дублируются. Как выник, самые массовые громадские организации краины у 2019 году будут разом рыхтоваться до 75-й годовины вызволения Беларуси. Ушановывать ветерану и створать видеоролики за их уделом. Реализовывать социально значные проекты и проводить протоколы. Первые совместные споборництвы дарыша отбылись у минулом годе. Команды, все которые были представлены, они достойно выступили во многих видах спорта, ну, по силе, конечно, по возможности, как это было, и подвели итоги, тоже были свои победители. У минулом году у Гомельское областное объединение профсоюзов поступило каля 60 письмовых зворотов. И аж 750 человек пришли на особистые приемы. Сярод основных тем – заключение працовных договоров, оплата прасы, жилево-бытовые проблемы. С листопада минулого года областное объединение профсоюзов проводит суместные приемы с супрацовниками прокуратуры, что значно повысило их эффективность. На 139 приемах присутствовали прокуроры. Вопросы, которые задаются гражданами на правовых приемах, как правило, решаются оперативно, так как присутствует и правовой инспектор труда, и представитель прокуратуры, а также есть возможность обратиться за разъяснениями в органы местной власти. Як чакаецца, больш падрабязны аналіз работы Гомельскага абласнога аб'яднання прафсаюзаў будзе зроблены ў наступным месяцы. На 20 лютага запланавана правядзенне 5-го пленума арганізацыі. Алексей Сюров, Ольга Канавалова, Яўген Макенка, Тэлерадыёкампанія Гомель.